часто задаюсь вопросом, счастлива ли я на самом деле. Я поняла, когда ты счастлив по-настоящему, то даже не спрашиваешь себя об этом. Ты просто знаешь, что именно в эту минуту счастье наполняет тебя изнутри, и в этом нельзя сомневаться, потому что счастье отбрасывает прочь все сомнения. Про позитивное мышление написано огромное количество книг, которое подтверждает, не достичь его сложно и муторно, плакать-то проще. Вопрос еще, где плакать хуже? Я ревела в метро, поездах, даже на улицах Лондона, и каждый раз, как в последний. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не обязательно ехать в другой город или менять место жительства. Ведь счастье приходит в любое время и вне зависимости от того, где ты находишься, сидишь ли у берега реки или же у себя дома. Ты можешь стать счастливым, даже если окажешься среди четырех стен, но будет казаться, что мир за пределами этих стен перестает существовать. Счастливых людей всегда можно определить, когда посмотришь в их глаза, которые светятся счастьем. Но все равно жизнь невозможно трагична, ведь люди сравнивают то, что у тебя внутри, с тем, что у тебя снаружи, и приходят к поспешным выводам. Все мы сломлены, только по-разному, и именно в местах надломов мы сильнее всего. Раньше я думала, что все неудачи случались по какой-то причине, что где-то я конкретно напортачила, и вот, мне все вернулось. Так как судьба подруга занятая, у нее дел куча, поэтому уроки она преподает не постепенно, а сразу, весь ушат на тебя вылет. И вот ты стоишь, глазами хлопаешь, а в голове один вопрос: за что мне все это? Возможно, самый худший день сегодня – это отправная точка для счастливого завтра, и относиться ко всему нужно спокойно, все так, как оно есть, без злого умысла. Что, если все это ведет к той самой странице, где счастье? А все слезы и потери – это содержание жизни. И не надо выдумывать книгу про позитивный настрой. Улыбаться нужно в свое время, иногда нужно и плакать. Где-то упасть, где-то подняться. Долго ведь не проваляешься, все равно встанешь и двинешься вперед. К счастью, оно точно есть.